Самый молодой северный город должен быть и самым благоустроенным, считает депутат Губкинской думы Ольга Диденко. Ее идея в рамках проекта «Уютный Ямал» касается нового 18-го микрорайона. Здесь по окончании строительства может появиться освещенная прогулочная зона. Полярные ночи у нас очень долгие и длинные, и поэтому, чтобы детям было комфортно выйти на улицу, да и взрослым людям, потому что у очень многих семей здесь уже и мамы, и папы тоже проживают, чтобы они в любое удобное для жителей города время вышли, будь то вечер, будь то поздний вечер, могли свободно прогуляться, посмотреть, насладиться нашим северным краем и нашим городом Губкинским. Сегодня в 18-м микрорайоне строят 4 дома. Новоселы здесь появятся в конце 21-го, начале 22-го года. Если проект благоустройства поддержат жители, то пустующая территория превратится в полноценное место для отдыха. На площадке между домами оборудуют пешеходные дорожки с тротуарной плиткой, установят скамейки и урны, а место для прогулок будет современной подсветкой. Прогуливаться – это необходимость, дышать свежим воздухом, набираться сил, любоваться вот такой красотой, которая находится в данный момент за нами. Здесь остаются все природные богатства, которые нам подарила Северная Земля. И, конечно, захочется зимой полюбоваться елями и соснами. Поэтому, считаю, востребованность будет от жителей высокая. Губкинский уже сегодня достаточно благоустроен, но новое место прогулок и отдыха лишним не будет. Дома такие красивые, блестящие, но как-то очень много асфальта и прямо не хватает зелени. Да, это хорошая инициатива. Очень приятно выйти на новую площадку, поиграть со своим ребенком, и ему приятно, и весело, и есть чем заняться. В целом благоустройство также по всему городу замечательное. Это и проезжие части новые, и ремонт дорог, что в целом сказывается на отличном настроении и водителей, и пешеходов. Голосование за проекты в рамках «Уютного Ямала» начнется в сентябре на сайте «Живем на севере». Инициативы, которые поддержат горожане, будут реализованы в Губкинском. Валерий Усманов, Олег Короткевич, новости Губкинского.